Ну, я два раза пел уже на чукотскую тему. Чтобы не повторяться третий раз, я спою другую песню того же автора Сергея Ткаченко. На фестивале в 90-м году в Магадане чайхана была построена по чукотским народным праздникам. Каждый поселок или город получал задание и готовил свой праздник. Ну, там праздник молодого оленя, праздник встречи солнца, праздник большой рыбы. А Сергею Ткаченко досталось праздник кита. Он жил в поселке Лаврентия. Это залив Святого Лаврентия, последний перед мысом Дежнёва. Вот. И ему достался праздник кита. Еще маленькое добавление. В Магадане и на Чукотке вообще очень много украинцев. И Магадан чаще даже звучит Махадан, чем Магадан. И вот Сергей отработал 3 года в заливе Лаврентия культоргом в клубе. Вот праздник кита. Это был еще жизнь карасей. Самых тех незабвенных годов. Повелось у чукчей делать праздник. Ну, в море много водилось китов. Ну, ловили его, заливали. Обязательно танцы вокруг. Ели мясо и песни спевали. Били в бубен, ну, такой с палкой круг. Вот и ща я при клубе затейник. Говорят, проводник паразит. Как говорят, хохол, интервент и бездельник. Праздник завтра, чтоб был жирный кит. А кому помирать, слышь, охота? Хоть бы кто из ментовки зашел. Работать еще здесь 3 года. Думал, думал, и выход нашел. Раньше стоил 4 копейки. И не брал ведь никто руки потом. 6 теперь с голой, с бабой, с наклейкой. Как брелок, дорогой, но я с китом. Ну, забрался на сутку повыше. Долго дул, надувал, за него. Завязал, значит, чтоб воздух не вышел. Прям на хвосте узелок. Черной краской покрасил резину. Мускирнул, как морской боровой. Да я и замах, в общем, рот разил. Ну, живой кашалот, слышь, живой. Я его и канатом, и тросом привязал в море, чтоб не снесло. Намочил малахай, на зим бросил, и для алиби рядом весло. Рассвело, ребятня набежала, все село разбудил лай собак. И бегут, кто с ружом, кто с ножами, вижу, дрянь дело, дело табак. Эй, братва, кричу, так не годится, вам вож сколько, а кит, слышь, один. Становись в круг, давай веселиться. Они мне гильдык, гильбукин. Как живого кита резанули. Взрыв! И кит как и не был нажит. А потом кто куда сквозанули и не дышут, и того гля умрут. Очухались, морду набили. Ладно, думаю, дай хоть спляшу. И хотел их утешить кадрилью, но кто-то в нос показал мне душу. Нам творога пока, мол, не надо, не считай нас, хохол, за слов. Ежели как не покажешь лабубаду, мы тебе харакири веслом. Говорю, не по мне, мол, занятие, да и женщин навалом вокруг. И у нас как-никак мероприятие, беломбада, откуда-то вдруг. Они уже матом, как градом, выполняют в корень мать наш каприз. Ну, снял штаны и достал им ломбаду. И, конечно, был уволен за стриптиз. Владимир Тимофеевич, город Магадан, Колымский край, приглашает в гости
Пожалуйста. Будет у нас на Колыме. Устойчивый к нам. А мы к вам всегда туда вышли. Володя, вот еще и современная Ялта. И Ласточкино гнездо. Спасибо. Все. Пусть согревают тебя. Наш город. До свидания.